В областном правительстве состоялась встреча губернатора Игоря Рудэня с делегацией провинции Ляонин Китайской Народной Республики, которую возглавил заместитель председателя Народного правительства провинции Цзинь Говэй. Российско-китайские отношения вышли на самый высокий уровень за всю историю сотрудничества стран. Слова президента Российской Федерации Владимира Путина подтверждает встреча в правительстве Тверской области. Мы рады, что провинция Ляонин и Тверская область вносят свой вклад в развитие нашего взаимовыгодного партнерства и наших добрых дружеских отношений. Город Инкоу является побратимом нашего областного центра города Твери, и в следующем году уже исполняется 30 лет со дня подписания договора о установлении таких добрых отношений для сотрудничества во многих-многих сферах. В прошлом году был подписан меморандум об укреплении торгово-экономического сотрудничества между отделением промышленников и предпринимателей нашего региона и провинции Ляонин. Важно, что мы активно работаем с вашими коллегами, партнерами, предприятиями. Сегодня сотрудничество с КНР вышло на первое место в обороте нашей тверской экономики, подчеркнул Игорь Рудэня. Цзинь Говэй от имени губернатора провинции поблагодарил Игоря Рудэню, правительство области, за теплый прием. Искренне благодарю вас и всем сегодняшних присутствующих за теплую встречу. Игорь Рудэня, представители делегации КНР, обсудили перспективные направления межрегионального сотрудничества. У предприятий Верхневолжи есть возможности для укрепления поставок в Китайскую Народную Республику продовольственных товаров, сырья, продукции кожевенной, металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности. Губернатор предложил провести в 2023 году месяц гостеприимства в регионе для китайских предпринимателей, готовых работать на российском рынке. Речь также шла о перспективах создания совместных предприятий. Область заинтересована в развитии программ студенческого обмена и совместных научных исследований. В провинции Ляонин есть возможности для расширения связи по этому направлению. Здесь насчитывается свыше 100 университетов, в ряде которых изучают русский язык. Встреча завершилась подписанием протокола о намерениях установления побратимских отношений между Тверской областью и провинцией Ляонин. Документ направлен на развитие сотрудничества между регионами в сферах экономики, торговли, образования, науки, культуры, подготовки кадров, а также подразумевает обмен визитами официальных делегаций.